Да? 25% шанс. Нет, бедная лишилась. Присумон, пришел, Гурский. Да, хорошо. Гурский, алло, чек на ФК. Блять, ну он опять в ФК ушел или что, я не понимаю. Он вроде писал, что он до лича, типа, не нарисуется. В смысле, вообще? Ну я хзы. 1-2 ставка на падение одного осколка, есть желающие? Один у нас бог. Мультя, ты с ним связаться можешь как-то или нет? Или можешь только Твиночка? Позвони ему, пожалуйста, если можешь. Ага, хорошо. А, блядь. Какого хуя у меня каски-то? Да. Дома. Нет. Да, заканчивается. Чё ты мучишься? Где кулак? Да погоди ты, кулак. Смотрю, он меня сбросил, он сбросил все эти. Что-то лимон у нас на трэш оборвался, ты что, охуел? Давайте, блядь. Грызану нахуй. Поебнём. Отводите, пожалуйста. Что я ленточку вы? Ленточка за ГП. Что, можно я спою? Под баку встаньте все. Под жопу босса встали, а уешим. Точнее, под жопу собаки. Агро. Это мини. Блять, дрись ты нахуй, Симба, заебал меня лизать ногу, потом ее грызть, блядь. Я тебе не. Но тебе еще как-то Симба зовут. Конечно. Конечно. Хакуна Матата. Есть Сергей, жуй там гранаты. Бой, ты сразу потом не агрите, порезать людей. Шутка, фкашка на трэше. Я думал, Шейпер начал стакать, блять, расколы, а это, сука, Войд там, где не уёбка. Я вообще, наверное, думаю, заберу у Паши приста, белая холика, и буду за холика катать у вас. О, прелесть. Я выбил, ладно, буду злого катать. Смотри, сколько людей сразу рулит, блядь. Да по-любому моя, смотри, смотри, братан. Учись. Да еще не твоя будет. Там Тёма пока придет. Ну уже. Так что, как думаете, может за холи приста начать? Нахрен тот лог. Ну что, я в слизнем не. И что, никто подиспелить не может? Присты, алё. Мас диспел, что там, не моталов? Сказали ж, блядь, не пулить, нахуй порезаться. Ебать, это не для нас. Ну что, не слышно что ли было? Нет. А сейчас? Пока ты там пиздил кота, Артемий, не было слышно. Я не пиздил кота, я ему насыпал пожрать нахуй. Смотри, я ж тебе говорю, на тебя гринписов натравлю, ты ж понимаешь? Диспэээл. По ленточку сролил. Ты такой просыпаешься под двоим окном. Алиса сролил. Нет, не пейте, зверушек. Давайте. Тебе вторую ленточку не отдам. Алло, блять, порезали нахуй. Лиша, ты ж понимаешь? Дай ленточку, ну что ты? Нет. Она мне одну отдала на полу. Мос урез там, оперативней.
там еще одна лучка. Чем не берет? Я понял. Му, обратно на рогу заходи и в рейд. Захожу. Давай, вонючку агрим пока. Ребят, дайте сначала заагрить ее. Под жопу вставайте, кроме ханта. С удобнее хилить. Похил. Верен дал опять его? Не, я тут, меня выкинуло. Я быстро. Смотри, будет так выкидывать, я поменяю. А сам-то лагай, что? Просто у нас этот, сейчас так рейд проседает, потому что нету твоих щитков. Ваня, давай гин на хп. Чё ты, Вадь, придумал стакать раскол? Да, я стил смотрю, как рейдер. Резать пока. Пойду ловушку справа раздетектить. Не надо их снимать. За дом шкаф подставь. Засуньте, пожалуйста, этого маленького му. Да ёпта, где эта ловушка-то нахуй? Слева уже раздетектили. Одну раздетектили, блин. Значит, слева давай детектим. Танки, встаньте там. Давай, мопсос. Угу, молодец. Мы тебя засмонили, не? Налево, но то хлопуза. А, давай, давай, большого. Че, большого, большого, большого. Сразу чистим его, да. Дык дым, еще прохил. Ага. Большой. А шоколад на этот раз есть, а каски уже нету. Нормально. Дайте инту. Кто его не забирает? Лиса, почему ты стоишь и смотришь, как я его танчу? А что, его танчили? Да, я его забрал с РДД и слила, танчил сам. Все это время, пока мы его били, ни один танк его не забрал. Да я даже не заметила. А он мелкий слишком, Лимон, что ты?
В смысле? Поставьте себе этот самый, блядь. Киллбот поставь и будешь отслеживать по красным иконкам на Комагро. У меня таунтмастер стоит, я просто это... Если ты не видишь на Комагро, значит... Я вижу, просто не смотрела. Я думала, типа, только один моб, и незачем смотреть. Так, пошли, за дом тот. Он сказал, только один минут. Так, соответственно, рыбу я вам поставил. Блядь, заебал это. Хилботы, ДБМы, блядь. Сейчас. Да, у меня Моца передамажил-то, блядь, оказывается, на профи, ёб твою мать. На ком, на каком профи? Не на профи, на сарь. Так, соответственно, зелёная метка сюда, лиловая метка сюда. Давай, дикая змея, чего, ледяного змея? Да-да, ледяного змея. А чего, у тебя нет ледяного? Ты мне один дал. Да? А 9 минут осталось. О, блядь, а у меня уже нету, да? Да. Я тебе вроде дал. Так, сейчас задумчик. Так, блять, вот чек на готовность. Бафы проверили сейчас свои. И да нету, у Шейпера, Мидвея, задума, МС Сэду. Каску, баф или ман? Угадайте, что я сейчас спрошу. Как его танчить? Нет, это тот, на котором менять? Да. Ну так ты спросила, как его танчить, только по-другому. Чего еще раз? МС, да чего? Топор у кого? У маленького му. У нас система лута и ПГП, не забывай. Лут мастер и ПГП. Да. У меня сколько апа? Чек на готовность. Бафы проверили все свои. Танчит первый, я не знаю. Войт, ты будешь танчить или Винар? Пускай она танчит. Винар, значит, танчишь. Кулак покату. Да, я сейчас дам. Отсчет на пол. Хилы под босса. Все хилы под босса. Геру. Скоро. А он так. Угу. Нормально. Ренжу набираем. Шейпер чё там задонил, блядь? Чё-то нахуй. Чё за цифры, блядь, я не понимаю. Слышь, ты чё там, блядь, задонил реально, блядь? Мне он просто ленточку продала. И всё. Перед свой раз. Если чё, этот босс без брони. Да, споры. Как это? Рэнджо. Ну там меньше брони, как у остальных боссов. Поэтому мы сами любим босс на пале. И гниль тоже. Стрик кинул, ноги безобразны. Прям как у меня. Сама критика, конечно, у тебя на высоте. Ебать, корова прокнула! Давайте без озвучки, пожалуйста, споры. Бей, Рога, бей.
Рога, тебе надо было в метку выйти, если что так, если ты не знаешь. По хилрейду. Раскол. Со спорами не сбегаемся, забирай вот. Блатауру поставь. Спорами никто не сбегает. Какую ауру? Прожми Void Dev. Что, сейчас прям? Да. Что, проходить рейд не надо. Ой, блядь, три споры, потому что. Если я говорю прожми, значит прожимай. Я прожал. Поздно. Надо было на хп читать. А зачем три споры сносить? Они не сносились, три споры были в миле. И бежать надо. Похилывай, да. Давай, танчи с боком щитом. Что ты сервер задонатил, а? Да, я не реально... Это, короче, я по это блядское кольцо ходил миллион лет. Как только я забрал какую-то хуйню с 25 хм, оно упало. Потому что мне оно нахуй не нужно, может, ты заберешь. Да я его ролить не буду уже, нахуй оно не упало уже. Да осколочков-то нету. Ага. Ну что, два хоть было? Один был. Зачем, Берендал, зачем тебе далекая земля на успех? Ты что, издеваешься? Это вообще помойка. Это, блядь, помойка на милика, нахуй. А Берендал ДЦ, блядь, если что. Погоди, это чё? Это с Агилой. Тебе корова прокнула по любасу с первого вспула, да? У меня, по-моему, две коровы было, блядь. У меня две коровы в конце было, блядь. Так, кто на грань делает квест? Есть такие? Плюс чат. Кому кровь нужна? Всё, мирик кончились. Да, некоторым здесь надо. Если тебе надо, так уж тебе. У меня маму. Лиса, кому серию кидал? Маленькому. Надо кому-то кровь, сразу еще раз повторяю. Или не нужна? Не нужна, значит, не нужна. Пошли, блядь, хотел палом зайти, но да. Есть вопрос. Без этого аддона я даже, я так понимаю, не вижу даже, что упало, верно? Почему? Ну да. Можешь лут посмотреть после. Ты видишь то, что на тебя упало, Верендал. Это не Верендал, это Пучин. Не, он говорит, Пучин? Если у него нету. У меня нету этого аддона, я даже не вижу, что упало. Да. И если не имею этого аддона, я даже... Да даже если я... Ну, всякое бывает. Заслужил, не заслужил, то... Смотри, как система лута и ПГП. Ты проходишь рейд, тебе начисляется ЕП. Соответственно, хорошие очки — это ЕП. Плохие очки — это ГП. За ГП, ну, начисляют ГП за шмотки, за косяки. Соответственно, с учетом твоего ЕП и ГП у тебя вырабатывается ПР. То есть соотношение. То есть, чем выше у тебя этот ПР, тем больше шанс, что ты сролишь, ну, точнее, ты заберешь эту шмотку. Вот и все. Ну, а как мне понять, что, допустим... Аддон. Ясно. Рейд-лидер, как его, все равно видит. В любом случае, есть у тебя аддон, нету, рейд-лидер видит. Потом проверяешь, ну, видишь, команда тебе написала слэш ЕПГП. Устанавливаешь ЕПГП и ЕПГП лутмастер.
чтобы посмотреть свой прием, набираешь команду. Да, он у тебя все равно есть, независимо от того, есть ли у тебя дом. Ты в этом рейде можешь получить только шмотки, которые никому не нужны, потому что у тебя ты самый последний по ПР. Ты типа новенький в гильдии, поэтому ничего не получишь. Ну, это понятно. Ну, это понятно. После этого рейда ты получишь определенное количество ЕП, и у тебя уже ПР вырастет. Рейбоедим, алло, прием. Чек на готовность. Куча, Вирендар, Дымыч. Лимон, алло, что, прием. Что? Рыбу жри. Рыбу ешь. Пиздец, заставляю есть тебя, ты что, мама? Пиздец. Кто, блядь? Элемент про, походу, да? Молодец, блядь. Мне танчить? Да. Да, естественно. Истерию кому дай. Он далеко где-то стоит. Он с тобой стоит вместе. Он не может далеко стоять. Так, значит, у меня макрос на какого-то другого. МСД отлипай и шуруй босса бей. Ты там поддерживай раскол. Еще один ГП получит. Не забывай перебегать. Ой, да, да, да. Есть. Большой. Выкач под босса, сбеги. Выкач под босса, сведи маленького, быстрее. Выкач, надо подбежать под босса, сделать большого слизня. Большой. Ну, лазы маленький. А хилы есть? Рейд-то хильте. Меня не слышно или чё? Слышно. Сори, АФК, такая хуйня не прокатывает. Что он стоит? А ты этот, его там, ты что, когда он выбрал цель? Отбегайте от босса. Отбежали. Контра. Забирай. БР, Авинар, быстрее. Забирай, босс. Отлично. Лиса заберет. Заберешь это. Пробав Алису дали. Бля, чё за... Пиздец. Я сейчас начну такие ГП раздавать. Заебало меня это нахуй. Ну, бля, чё, на расслабоне или чё? Поставь его в этот центральный. Куча, встать можешь, вставай. Не могу. Я сделал реактивный прыжок и не заметил, что там вот эта лужа. Я сразу же влетел в лужу. Так, ладно, так добьем. Не тратим БР. Забери.
Есть, блядь. Передамажил эту хуйню. О, осколок. Еще один, да? Да, еще один. Салон. Ой, да может кстати... не надо, что ли? Чего? Ой, кстати, поэтому походу 2010 лучше будет. На этом от боссов, короче, надо менять с комплекта. Крутоните кран в комнате, рогу, шаман, кто рядом. А тебе что, саван не нужен? Не заходите. Лимон. А? Нет, я хочу плащ убийцы мрачного слота хочу. У меня примерно такой же смысл сливать. Но у нас, в принципе, два хила было, то что вы хотите, блядь? Сейчас люди за слаки получат КП, блядь. Так. Да, что ты хотел? Полтишок, раз. Так, дальше. За ФК. Где там? Пошел тоже. Раз. И ПК, то, что нихуя не слушает. Два. Там лимон и еще 50, он от взрыва не убежал. Слышь, Вайт, а ты слышал, что тебе сказали, когда слизень взрывался? Не слышал, о чем он говорит. Беги, сука, беги. Так, лимон нормально. Или когда на меня слизень кидался, я не помню. Так. Все здесь. Пошли, заходим, в чем проблема? Алиса, тебя взорвал слизень, надо было дать пару шагов. Нет, меня бы слизень не убил, меня что-то хуярить люто начал. Вот, тебе надо было дать шаг, чтобы тебя не хуярило. Когда слизень взрывается, надо даже танку отходить. У меня такой вопрос. Разве он не моментальный урон наносит? Меня просто постепенно что-то шло. Он взрывается на кусочки маленькие, и каждый кусочек маленький до хера урона наносит. А это, по поводу жезла. Меня слышно, да? Да. Да. А почему такая большая цена? Потому реально, что это может, оружие. Которым они ж не бьют. То есть это висит как а, тот же тотем. Да. Ну там идет просто, за вторую реально, смысл, это, всегда. Это а, сильно да, большая. Да, 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 прослакал. А сколько? 275. Да, так. Где там? Чё, кто квест делает? А, ну будет. Я. Мастер, ты. Минус 825. Плюс сколько там? 275, да? Блядь, где там? Ебаный кусок. 275, да. Ты говорил перед профом парикур решу? Да. 5 минут у вас есть, как обычно. У нас перекур только перед профом. Блять, упадет эта ебаная кова или нет, нахуй? Yeah.
Так, мастер, да, ты делаешь? Соответственно, шейпер идет на этот. На ладно, Синдру, шейп у тебя есть ли этот прошмот? Есть. Готов? Ну, отлично. Я сегодня его сделал. Ну нормально, чё? Отец босса сколько валится? 50 от 47 до 59 видел. О, заебись. Десятки гер больше, 60 валится. Ну гер всегда больше. Короче, надо будет здесь Степ сейчас ходить и соберу душу. Ну, если что, пофармить немножко. Ну да, конечно, 50-100 можно дофармить часов. А кто, да, погоди, слышь, а шейпер, ты ж хотел в Полянде уебать. Чё, не уебал? А он шум квеста сделал специально на день перенес. Бля, чё, слышь, шейф, откуда у тебя коса на это? Выпало, что ли? Блядь, выпало коса, бля. У меня выпало коса, и эти персов на которых она очень любит. Почему у меня нет персов? Хорошо, на персонале. Я бы хотела, чтобы она была не персональной, а задачей. Ты попах не затратил. Да, нихуя себе, смотри-ка ты. Посмотри-ка на шейп. Шейпер, вары могут на посох. А, типа, посох не затратил? А ты, кажется, не затратил посох? Файт! Нет. Пизды бурскому, у меня дом пути, что он убивает и убивает. А чё там? Финишем! Надо, тут такое же, блядь. Чё, вы яйцами меряетесь? Кто больше нахилил? Я единственный человек, которого скажет, да? Наверное. Я просто не умею пользоваться, я скачал, нихуя не понял, удалил. Он легче, чем он. Он тебя лучше, чем он.
тебе больше ДПС. Нет. Это не на самом деле. Нет, он помню, не умеет аккаунт вообще не парш. Типа, когда я его подвел с чати, он просто не пользовался флешка. Чек на ФК. Так, твой пункт. Угу. Соответственно, кое сделает мастер дальше. Надеюсь, все знают тактику под зеленой колбой. Так, рыбу поставил. Обновите рыбу, потому что многие сдыхали. Фласки пропили. Печенька это для хилов и, соответственно, РДДшников. Турбо, гнет, про бокс. В чем проблема? Где? Артём Масес. Финишем. Так, все готовы. Очень большая просьба, не закрывай нам пельмени в чучеле в это. Челан, выйди с инвиза, пожалуйста. Отчет на пол. А мне большая просьба, не ставьте прям очищение. Ну кто поставит шумана, получит выпады и все. Блять, процент не поставился. Мне стоит. Да мне надо, чтобы само увидеть. Готовимся по зеленому. 85. По зеленому играем. По зеленому быстро. Милишники сразу не подходим. Слушай, выходим. По зеленому быстрее. Почему цель не прохиливается, я не понял. Носа Берни этого, как его, Мунгиала. По боссу бегом. Стопнули. А, хотя не стопаем. Бьем. Замедлю пока. Угу. Мангиала пробафали. Красному никто еще пока не подходит. РДД сразу по красному играете. Что-то я ничего не чувствую. Кукач, встань ко всем, пожалуйста. Что? Вводи его сразу на этот, к стенке. Играем по красному. Все по красному, пельмень. Че, милишники, не видим сами пельмени, что ли? Блять, мне на за пельмени уже начитать ГП. Колбы не ловим. Пельмень. Вернул. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Быстрее по зеленому. По боссу. РДД по красному играем. Лишники, колбы готовимся. Пельмень. По красному играем. Здесь прикольно танчить в колбе.
Рана прожал, будешь еще раз прожимать. Да. А ДПС у нас такой. Алиса, тут нет. Пельмень. Забрал профа. Так, замедлить нечего. По зеленому. Я так понимаю, это не дисконт, да? Ну а чё ты молчишь тогда, что тебя залагало, блядь? У меня вообще вылетело. Вот вылетело, так что. Все можно. Ложимся. Диспейлили чушку. Продиспейлили чушку. Болезнь диспейлили. Угу. Ты на проценты смотри босса. Ближе к 40. А чё ложим? Я видел уже потом, что у нас ДПС такое себе, блядь. Ну, вообще по-хорошему. Вот эти пельмени, колбы, можно просто посмотреть либо фаталити, которые там линкуются, кто что словил, да понакидывать. Просто чтобы люди, ну как-то либо боялись этой всей фигни ловить, и потом они просто перестанут туда забегать, ловить пельмени, колбы. ГП понакидывать пару раз. Ну, со следующего трая сразу хуйну. Так, СС там был на ком-то? Встали? Два раза бутылки задели. Задума, ни хера себе. Не бутылки, скорее всего, это пельмени. Ну, взрыв бутылки. Нет, это бутылки. Написала там. В чат, в чат написала. Алиса два раза. А чё у нас, СС-ов не было или чё? Был СС. Ну, чё, оставим. Взрыв бутылок задел, это тогда, когда у меня нет вылетел. Нерл два раза попал под пельмень зеленый. Я же тебе говорю, до следующего пула. Тяжело убежать. Ну, соответственно, надо учиться, чтобы было не тяжело. Как ты будешь на геле прохиливать? Внимательнее, да, понятно. Я вот, ребят, честно, ну, как бы, это все предисловие, но это ОБ. Вы мне объясните, вот честно, как обычному игроку, как на тухлом в этом, в геле, не словить пельмень? Там хрен какой анонс проходит. В смысле? Ну, я вот... Я не вижу, куда летит пельмень, честно. Вот я убил его... Пельмени летят. Ну, к примеру, хорошо. Ну, как отследить его? Летят сами пельмени, текстуры. В смысле, они летят... Они первый раз отталкиваются от земли и взрываются либо на втором, либо на третьем приземлении. На первом никогда не взрываются. Блин, Лимон, понимаешь, это для меня сейчас сложная математика. Ты мне скажи, в каком варианте я должен отпрыгнуть, прожать пост, чтобы, уровень, ну... Все. Они летят по прямой. Левый... Ну, летят рандомно, понятно, но ДБМ ничего это не фиксирует никак, да? Как-то не фиксирует. Есть тайминги, ДБМ, есть... Глаза есть, сразу есть глаза. Тайминги. Тайминги есть для колб, тайминги есть для лув, тайминги есть для пельменей, тайминги есть для переходки, тайминги есть для слизняков. Я не знаю, что у тебя не работает. Поставь себе ДБМ, открой настройки и выставь галочки. Чтобы показывать будет. Все эти косты, все косты босса. И у тебя они будут по центру экрана, полоска красная. Стоп, Лимон, про какого ты босса задум говоришь? Затухнуло в гере. В тухлой гере под тобой появляется такая маленькая зеленая лужка. Вот типа перед прилетом, короче, надо прыгнуть, да? Ну я понял, да. Все хорошо, спасибо, доступно, понятно. А те, кто там глаза разуй, пусть научатся разговаривать в первую очередь. Умных тут много очень. Так, соответственно, все пришли, рыбу поели, полба отдали, чек на готовность. Где Руга? Не знаю. Чё он писал? Зайдёт? Нет? Сек написал. Угу, вижу. Чё ты за Руга такой? Чё он так мало дамажит? Очень мало. Господин... Вот они с Лимоном, господином этим Руга по 5000 дают. Это проб, конечно. Смотрим сейчас. Ну это трогай на других боссов в топе не было. Чек на готовность. Бафы проверили. Ласки готовим. Элемент про. Все готовы? Мастер, на изготовку. Встань.
У меня тут сейчас все бафы показывают. Три крита у меня оказывается, блядь. Мастер, алло. Чё, я возле профа? А, вижу. Отчет на пол. Ничего, ход нету, ничего. Нирл, старайся омоложение постоянно держать на пушке. По зеленому играем. Ахил рейд. Чернокижник, твой, дай. Стопни флот за дум. Дай этот, как его. Блять, прожимку вот потом. Сейчас мы на блокировали. Да, вижу. Дамажим пока что. Замедли после прихода. Угу. РДД от красного отошли, пожалуйста, в этот метку свою. ДД по красному уже играет. Беги, сука, беги! Миличник по красному пошли. Пельмень. Минус хил. А, Нирал Дайбер. По боссу. Если ФПС здесь, сейчас я тебе поменяю поступово, если не надо. Вот и все. Пельмень. По зеленому быстро. Быстрее. Сослужи, уйдите, блядь. Как тебе служи уйдут, если там цель? Там место было. И можно было оббежать. Я не понимаю, что с хилом. Рика ХПС, а что с хилом, блядь? Все звонят, нахуй. Пельмень. У меня ШВКД, если что. Угу. Там не надо. По красному играем. Быстрее. Пельмень. Господин БР есть, дай по так, нет, Мосса, по МС дай. По зеленому. Сразу только не стоп. Блять. Ты чё, юзал? Мульти на ХП слей, на ХП слей. Пельмень. Рогу пробафайте. Колбы аккуратно не ловите. Замедлю красную, после этого буду езжать. РДД по красному. Быстрее. Пошли милишники по красному. Блядь, не быстро. Ну хильте мага, ну. Пельмень.
РД, уйдите с лужи. Оперативнее все это делаем, по зеленому играем быстро. Ход и ход, я вешу. Пельмень. Джованни на хп. Тридцать девять. Еще один слизень. Ты юзай, тебе еще красного замедлить надо. Стоп, так босс. Готовимся к красному. 35 почти. Замедлил? Угу. Замедлил, но, блядь, юзать не. Стопнули по боссу. Стопнули по боссу. Быстрее набирай. Райхута и нирал чушку. Есть? Сука, не хватает. Нет, он лужи. Шопнули по боссу, блядь! Приводи. А, бля, лужи. Лихотка пошла. Легли. Быстрее, быстрее. Да нет, нет, добивайте так. Легли. Шпом потом сделаем. Я говорю легли, значит легли. На вкус как вишенка. Ты, короче, смотри сам. Вот, чтобы тебе сделать квест, ты смотри, вот красный слизень может убить рейд одним ударом. Да. Ты делай после красного. Вот красного ты замедлил, выпил сотку, сделал, нажал. И потом по лужам пьешь. И зеленого. Трещи в лоз зашли. Хватит замедлить. Да, прикол в том, что я могу юзать и на 5 минут, но я хотел его юзнуть как раз, блядь, а там зеленый вышел. Мне пришлось зеленого замедлять. Ну смотри, блядь, попросил у рейда, это вообще пиздец. Надо было красный ждать. Блин, ты что, дурак? Так, соответственно, Войт, давай, а, масса веса нету, да? Есть. 30 секунд. А, конечно. Сейчас подождем. Так, Вирендел, на замену в зеленый бабл, Винст. Ты бы лучше Пучу кинул на замену. Он дохнет каждый раз. Нет, это вдох Вирендол. Пельмени ловит пока. И без ДЦ все нормально. Ну, в другой юзаем масс-рез. В чем проблема-то? До тебя, если что, так, ясно. Остальные бежим. Тут локи есть сейчас. Но... Прикольная озвучка, когда тебя ресают. Какая? Держан, вставай. А понял, Войт, почему нормально, я говорю, нормально, что... не надо. Почему я, Войт, говорю, что этот он все делает за тебя, ну? Шкаф вставьте. Он, короче, даже и пельмени тебе озвучивает. Шкаф можно? Зеленый бабл, пен. Outstanding.
прокалывать отражение трех критов, на Вудвудштейтера у меня и у Мозга. Что? Ты о чем? Пахар, посмотри. Ты лагаешь. Говорю, бафор посмотри. И чё в бафор? У тебя три крита. Два буйства и одно от этого вожака крови. Нет, у меня одно. Они стакают? Нет, они не стакают. Просто даже если не тренер. Чек на готовность. Лимон, господин, все здесь, соответственно, отчет на пол. Конечно, что 25-ки есть лагерь. Две лужи в РД-зоне, стиль. Слушай, выходим оперативнее, если вас дымажат. Или чё вы, в рекаунт упялились? Ты пацан встаёт? Да. По-зелёному. Я профа замедлил. Ёбаный в рот, нахуй. Значит, играем так. Зря сел. Шевай, дай. Да, бля, давай ты добивайся, сука ебаная. А он забагался, блядь. Да, вообще. Бьем по этот по боссу. Так, аксесс встать можешь? Встал. Замедлить. Замедлил. Прохил рейдер. Блять, он нас что теперь стопать будет? Еще рейндж надо набрать красную. А вон фул хп у него теперь, блядь. Рейнджу набираем. Он, блядь, стопать будет. Рыжу от красного убрали. Бьем быстрее по красному. Быстрее. Блять, лужина. Пельмень. Луж нету, прикинь, блять. Лево. Лужа есть, вон, наверх. По зеленому быстрее. Ребята, у всех лагает? Это кто говорит? Куча. Нет. Я просто залагал, просто застрял на месте. Легли. Нет, это не тот рейд, что делать просто. Блять. Да можно сделать квест. А в чем разница? Я не знаю, что хилы делают, как они хилят, странно. Ну посмотри, в чем разница, блять, четвертое место. Ну он залагал, блядь. Когда, блядь, в конце боя? Ну вон Шансунга брать. И этого. Ладно, я отошел, пока убьет меня, блядь. И. Блядь, че я хотел сказать. О, ребята, ком завис. Шансунга вместо Пучины и все. Шансунг тут.
Угу. Давай. Хиле, да? Да. Квест спокойно делается, просто, ну, какой-то шлак. Цель не захиливает на красного, на зеленого. Дня. После взрыва от хила нету никакого. Должен сразу цепаки, все должно сразу захиливаться. Да, вообще пиздец. Давно такого нахуй рейда не было, блядь. Все, все выйдет. Бежал, сейчас пробегу, блядь.